локти со стола убрала. Ну что ты стесняешься? Бери картошечку, салатик бери. Ты куда столько лопаешь? Ты же в гостях. Ну? Богдан, рано. Покушала? Иди в комнату, взрослым надо поговорить. А вы слышали, что Петровы? Ой, а вы что, окрошку на кефире делаете? Вообще-то надо на квасе. Ну, это сам... Богдан, рано. А чё дядя Толя тетю Свету по ноге гладит? Лера, ну вылезь из-под стола. Ну, смотри, дракон. Ну все, мы пойдем. Может, тортик возьмете? Ой, я даже не знаю. Я возьму. Милая, дай свой телефон. Зачем? Мой разрядился, нужно погуглить. Так давай я погуглю. Нет, я сама. Дай. Пауэрбэнк? Это долго, дай свой телефон. Планшет? Нет. Может, ноутбук? Нет. Компьютер? Нет. Новый айфон? Дай свой телефон. Ну... Ой, разбился. Вера, я тут мимо проходил, уже 3 часа хожу, тут жду тебя. А ты куда? На маникюр. Ой, а можно с тобой? Давно хотел сделать, а давай я тебе сумку понесу. Иду. А во сколько ты вернешься? Сегодня ночую у Лёши. А это брат твой? Нет. А одноклассник? Нет. Сосед? Нет. А кто тогда? А ну, дамам с Верой гуляю. Вера, это тебе. Как их увидел, сразу о тебе подумал. Это говно. Нет, ты чё? Блин. А ну да, через 5 минут уже буду, подъезжаю. Ты куда прёшь, чмо? Толя, врубай бегалку, мне похуй, что там скорая. Она мне говорит, руль. Никогда... Да руль держи, ёб! А в приложении было написано, что вы на Мерседесе приедете, а не на Жигулях. Так у меня и в паспорте написано, что судимости нет. Куда прёшь, чмо? Толя, врубай мигалку, мне похуй, за меня люди голосовали. Блин, опять эти скоты с мигалкой, а я за них голосовал вообще-то. Сволочь. Блин, завтра ж у Веры день рождения. Точно. Чё, давай подаем золотой кулон и всё. То есть ей золотой кулон? Да. Ну иди. Куда? Нах. Может, деньги подарим? А может, ей дилдо подарить? Это что такое? А, да так, ничего. Может, каску? Автомат? Чашка? Может, это? Дай. О, может, тостами все равно не пользуемся. Она нам его и подарила. А. О, а может, мы ей подарим? Я тебе сказала, мы не будем спать втроем. Слушай, Богдан, а может, мы с Верой сходим на мужской стриптиз? А может, ты тоже сходишь? Куда? Куда я в начале ролика ходил? А может, скажем, что заболели и никуда не пойдем? Команда! Вось, вынеси, пожалуйста, мусор. Уже вынес. Не сегодня, голова болит. Ладно, скажешь, когда захочешь. Дорогая, что случилось? Я ноготь сломала. Боже, включай дом 2, я за сладким. Богдан, опять твои носки валяются? Нет, что ты? А, это мои. Извини. Слушай, а что твои подружки так редко приходят? Давай я уйду. Милая, а мне так нравятся твои баночки по всей ванной. Может еще купить, а я все свои спрячу. Так, Вера, вот полотенце для лица, для ног и для тела. Ну не одним же вытираться, да? Дорогая, с этого дня я решил писать сидя, а то еще, не дай бог, не попаду. Ладно, хотел на 8 марта, но держи сейчас новый айфон. Дорогая, я долго думал, выходи за меня замуж. Я согласна. Так, ты за ресторан договорился? Я от этой Маде позвонила. А почему ты пригласительный еще не забрал? Да потому что я ездил за гребаными букетиками для твоих гребаных подруг. У нас товар, у вас купец. Но жених уже в говно, давайте быстрее, пока на ногах стоит. Ой, Верочка, вы уже 3-й раз за год к нам. Все никак не определитесь. Ты что, замужем уже была? Может, и дети еще есть? Ой, а давайте фотографироваться.
Я же просила не сажать своих дебильных друзей рядом с моими подругами. А, это подруги твои? Mm-hmm. А что такие старые? О, сука, пустой. Это с чьей стороны? С моей. Я так и знал. А теперь конкурс «Лопни жопой шарик». Фу, это что за херня? А, вы еще трезвые? Ну тогда позже. У тебя что, туфли украли? Да нет, это пьяненькая проебала уже. О, драка, наконец-то! Сотней на дядю Вову! Так, сейчас мы-то всю свадьбу и отобьем. Зови своего батю. Какой салют красивый! Да, хорошо, что наша свадьба с днем города совпала. Ребята, всем доброе утро, а сегодня я отправляюсь на утреннюю пробежку. Думаю, на сегодня хватит. Блин, дождь пошел, ну завтра придется бегать. О, блин, кроссовки не обул. Блин, ничего не придумал. Ладно, просто так не пойду. Девушка? Да? А что вы делаете сегодня вечером? С парнем гуляю. Сука. Девушка, а что вы делаете сегодня вечером? Ничего, а что? Слушай, а может ты хотя бы посуду помоешь? Вообще, это твоя очередь. Да я каждый день ее мою. А я мусор выношу. Добрый вечер. Мы находимся в семье Петровых, где с минуты на минуту случится бытовой конфликт. Что же стало причиной? Я думаю, причина в нем. Просто один раз с пацанами пиво выпить сходил. Значит, пиво пить не трудно, да? Так я деньги зарабатываю, ты понимаешь? Давайте узнаем мнение родственников. Да сколько он там зарабатывает? Квартиру мы с отцом его купили. А? Ну извини, нужно было замуж за олигарха выходить. Да, надо было. Надо. А я ей говорила, найди нормального мужика, ребеночка роди. Собирай свой шнур и вали на квартиру. Куда? Это моя квартира. Чу. Вот мы и стали свидетелями того, как одна грязная тарелка уничтожила еще одну семью. Да ты вообще хоть копейки дома. Любите друг друга и будьте счастливы. Я все вальну сюда. Переведи на 5 минут. На работу опоздаю. Ну поедешь на такси. Ой, ты я тебя умоляю, все равно вечером ложиться. Может голову помыть? Ну ты вчера мыла. Ну да. Ну так все, дульку собрала и пошла, что. С сегодняшнего дня займусь спортом. Не-не-не, вот, сигаретка, кофе. Давай, занимайся. Спасибо. Может, что-то полезное приготовить? Не-не-не-не-не, кушай, давай, вкусно. Может, позвонишь на работу и скажешь, что заболела? Там. Ладно, завтра поговорим. Блин, зубы не почистила. Жвачка? Давай. Фух, как хорошо, что кровать не застелила. Я же в душ не сходила. Утром. Вау, кадеты! Вау, повтор кадетов! Ты чё, обделался? Это штаны обосранки, так модно вообще-то. Вау! Крутые ретро-штаны? Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог? Фу, бля, Киркоров. Классная тема. Что-то так жрать охота. Кто магаз будет? Уефа. Алло, девушка, значит, 2 пиццы, 7 бургеров и что там еще? Колы. Колы еще. У меня же на самом деле свой бизнес, да, это я так подрабатываю. Угу. Алло, да. А, телефон в машине забыли? Да не находил. Нет. Да, до свидания. А в приложении написано, что водитель не курящий. Так в приложении написано, что Lexus приедет. А у меня сдачи не будет. Ничего страшного.
Как было тепло. Девушка, попивайте, что же? Что нас с тобой вместе с тобой? Ты куда прешь, ёпта? Ты! Эй! Куда дальше ехать, не подскажете? Так у вас же навигатор есть. А, вон она чё. А я думаю, чё на ухо говорит? Поверните. А почему мы в объезд поехали? А, так там пробки. Не проедешь особо. А. Ребята, давайте в Монополию сыграем. О, класс, давайте. Давайте. Соберу всю Италию. Давай. Класс, а я собрала Италию. Сука. Хоть бы пять. Брось уже эти гребаные кубики. Ребят, может хватит? Сейчас мы все здесь поссоримся. Ходи давай. А продай мне завод. Ага, размечталась. А если два раза? Так, я в туалет, только ничего не трогать. Хорошо. Так, а где мой отель? Какой отель? Не было никакого отеля. Вера, продашь свою яхту? Я скорее с твоим парнем еще раз пересплю, чем продам тебе эту яхту. В смысле еще раз? Сука! Отдай мне свои яхты, это был мой завод! Ребят, может все-таки в крокодила сыграем, а? Тебя кто-то включил самолет? Отца, подожди лучше, вон!